Всех приветствую себя на канале, я Роман Головин, и сегодня очень важная тема. Буду рассказывать, какие руны можно почувствовать, как они работают, и какие можно косвенно почувствовать, какие вообще нельзя почувствовать. Эта тема, она очень-очень важна для многих людей, потому что есть люди, группа людей, я заметил, которые что-то заказывают, стесняются написать, они хотят выходить в скайп, прячутся где-то, как будто что-то им кто-то сделает. Ну, то есть люди не хотят. Поэтому я посвящаю эту лекцию таким людям. И вообще будет очень понятно многим. До сегодняшнего момента я таких лекций не снимал. Итак, начнем мы. Во-первых, что хотел сказать еще. Если вы стесняетесь, там, да, не надо стесняться. Мы все свои, никто вас ругать не будет. Прежде чем обращаться на консультацию. Вот есть люди, которые, да, смотрят постоянно мои видео, но я не всегда рассказываю очень подробно, как работают руны. И есть некое непонимание, что ждать человеку. Вот некоторые люди, допустим, заказывают руну на здоровье, например, и думают, сейчас эта руна пропишется и избавит всех людей от всех ненужных заболеваний. Это не произойдет. И я объясню почему. То есть вы должны бить точно в цель. А если вы не понимаете, для этого существуем мы. Вы обратитесь, скажите: Роман, вот у меня такие-то проблемы. Надо сначала писать, какие у вас проблемы, да, и как бы вы хотели от них избавиться. Можно или нельзя? Вот что надо. А когда вы начинаете прописывать различные там защиты, руны, вы думаете, сейчас это все уберется, а эта проблема остается. То есть вы не до конца понимаете, как это все работает. Поэтому нужно смотреть усиленно мой канал, иногда пересматривать лекции по несколько раз. Остаются вопросы их задавать. Общие вопросы, естественно, задаются под видео в YouTube. Для частных это в личные сообщения, естественно, пишите. Поэтому сегодня я более подробно остановлюсь на всех рунах. Допустим, у человека темные. Когда у человека темные, обычному человеку сложно почувствовать, который не обладает знаниями, теми знаниями, которые есть у нас на канале, или на подобных каналах, или в каких-то книгах, которые частично разрознены, эти знания разбросаны по всем книгам. Человек, например, не знает, почему у него проблемы в жизни. И вот часть проблем создает темные. Когда мы удаляем темных, через какое-то время человек начинает ощущать там приток энергии. Если нарушена финансовая сфера темная, она восстанавливаться постепенно будет. Проблемы со здоровьем, которые сделали темные, если они очень давно были, может и не восстановится само по себе. Нужно просить отдельно сущности, чтобы сущности помогли вам. И таким образом все это будет постепенно восстанавливаться. Как правило, когда что-то нарушено в программе, там, допустим, да, удаляем что-то, еще время нужно, чтобы сущности эту вашу программу восстановили, индивидуальную вашу программу. И таким образом постепенно это все будет восстанавливаться. Если просто у человека никогда в жизни не было темных, ну то есть там семейный фронт еще у человека может нарушен и так далее, то есть это я уже рассказывал, то есть вы понимаете, все, что они нарушили, это мы убираем, и постепенно все восстанавливается, либо частично. Иногда нужно просить помощи сущности, чтобы быстрее восстановили программу. Если у человека никогда не было темных, просто хочет поставить защиту, то он никогда не почувствует. Он может единственное почувствовать, когда прописывается руна. Некоторые чувствуют люди, некоторые нет. Если у человека на момент прописания руны и руна такая мощная, то человек может почувствовать потерю энергии. Небольшую, либо среднюю. Но опять же, эта потеря энергии на волнами идет. То есть нет такого, чтобы сразу бамс, и вы там на полгода в ауте, в каком-то встать с кровати не можете. Это только в тех случаях будет происходить, когда изначально у вас вообще нет энергии, у вас какой-то урок жизненный, и плюс вы еще будете какие-то прописывать руны. Это надо специально тогда попросить сущности, чтобы параллельно закачивали энергию, чтобы вы этого не почувствовали. Это все решаемо. То есть бояться этого не нужно. И защита, как она будет работать, да, то есть, допустим, приходят темные, вот я расскажу, как я это ощущаю, да, то есть я специально это спрашивал, у каждого может быть чуть-чуть индивидуально. Допустим, на меня делает кто-то порчу, допустим, да, либо темные пытаются. И поскольку у нас мощные защиты стоят, их никто не пробьет, как бы на этой планете. И я ощущаю, как будто, знаете, сердце немножко начинает болеть у меня, да, так сжимается сердце. Иногда ощущают некоторые люди в межброви, да, в области третьего так называемого глаза, то есть сжимание идет. То есть это так защита работает. Я вот сердцем ощущаю и межбровью.
И некоторые люди только межбровьями ощущают. Это вот так срабатывает защита. Некоторые люди могут вообще ничего не чувствовать. То есть есть чувствительные люди к каким-то вещам, а есть нечувствительные. То есть так заложено в программе, так прописано в программе. Это нужно понимать. И говорить, что я чувствую защиту или не чувствую, это только чувствительные люди могут. А обычные люди могут вообще ее не почувствовать. И слава Богу, что не почувствуете. То есть это качество работы, то, что сущности прописывают и делают с вами то, что вы не ощущаете. Но когда приходит время, и темные хотят вас зацепить, эта защита не дает это сделать, понимаете? Не дает вашу душу забрать на вашу сторону и убить тело. Чистка от негативной энергии. Вот у человека накопился негатив. То есть мы начинаем с помощью сущности очищать от негатива. Да, какое-то время, может, вы не почувствуете, а потом какое-то облегчение становится. Опять же, это только чувствительные люди и наблюдательные могут почувствовать. Если вот просто сказать, вот Вася там по улице гуляет, давайте мы ему почистим, он не обратит внимания даже. То есть он не поймет, что с ним происходит. Потому что вы же знаете, как мы живем. Кто-то проснулся, что-то спина ломит, там голова болит, коленка заболела, там, да, что-то подташнивает, там, кого-то месячный начали, кто-то отравился. И у человека же постоянно то хорошо, то плохо, то энергии нет, то чуть больше энергии, то много энергии, там, то радость какая-то, то депрессия. У нас постоянно такие изменения состояния в организме постоянно происходят. И человек любой это все может с этим связать. А то, что там ему чуть легче стало, там он крылья расправил, вот, его избавили от негативной энергии. Далеко не все это могут почувствовать. То есть это надо целенаправленно заказывать руну, целенаправленно каждый день анализировать ситуацию, только тогда можно почувствовать. И плюс, когда стоит защита от негатива. Конечно, это негатив не будет цепляться, и вы будете это видеть, что в последнее время у вас стало больше энергии, как бы, да, то есть лучше мыслительные процессы в голове происходят и так далее. Только так можно это ощутить. Карма, например. Если у человека карма, то у человека начинаются проблемы со здоровьем в основном, иногда с финансами и так далее. Очень сложно развиваться. Чем больше кармы, тем сложнее человеку жить на этой земле, развиваться, выполнять свою программу, то есть как будто груз какой-то. То есть все через сложности какие-то происходит. Когда стоит, во-первых, еще хочу сказать, что защита разная бывает. Есть стандартная защита, есть средняя защита, есть мощная защита. Мощную защиту вряд ли кому-то из вас разрешат прописать. Это только очень, если вы долго просить будете. В основном либо нормальную ставим, либо среднюю. Большинству людей на планете подходит обычная нормальная защита. То есть в последнее время мы больше стали средних ставить защиту. И вот защита, когда ставится от кармы. Как человек может почувствовать, наработает он карму или не наработает. Шел-шел по улице, там Вася вышел какой-нибудь, слушай, скажешь, сосед там, ты мне достал, ну и раз ему там в пятак. Вот. У кого нет защиты от кармы, тот ее наработает, а вы не наработаете. Но если вы что-то серьезное сделаете, там сломаете нос, ему ребро, там, да, вы частично наработаете. Но вот эта защита, она сгладит наработку кармы, то есть она уменьшит ее в сотню раз. Там вместо 3 лет у вас там будет там 3 недели, например. Это карма какая-то. А если бы не было кармы, то он полностью наработал на 3 недели. Она через какое-то время вступила в действие. Конечно, когда вы пойдете на войну и будете всех подряд убивать, то, естественно, там кто-то на 5 жизней наработает, а вы там наработаете на 10 лет с такой защитой. То есть, чтобы вы понимали, как это работает. А так, там, допустим, да, там, от бэушного автомобиля, от бэушных вещей, там, от общения с другими людьми, она не нарабатывается, она полностью... Вы защищены полностью. А другой человек будет ее цеплять и нарабатывать. А потом у человека проблемы начнутся. Как ее почувствовать может? Ну никак нельзя почувствовать. Нельзя, чтобы только понимание, что какие-то действия ваши, которые вы неправильно сделали, и не повлекут за собой наработку этой кармы, и в последующем у вас не начнутся проблемы. Только вот так, только это мозгом понять можно. Так это никак нельзя почувствовать. Когда у человека есть болезни, да, проблемы с заболеваниями, нужно сначала, если вы нам доверяете, да, допустим, мы устанавливаем, допустим, руну на здоровье. То есть руна на здоровье, она будет следить за внешним вашим состоянием и за внутренним состоянием организма, как вы выглядите и так далее. Но, конечно, лучше ставить руну на омоложение, на более специфично. И таким образом, вот эта вот руна здоровья, она будет максимально... создавать все условия, чтобы ваш организм правильно работал и минимизировать приобретенные заболевания. Вот смотрите, пример. Вот стоит руна на здоровье. Человек
ну, совсем неправильный образ жизни ведет, пьет, курит, там, ест очень много химической пищи, иногда ест, иногда не ест, вообще непонятно, как ест витамины. Эта руна будет максимально сглаживать эти все проблемы. Но это не значит, что человек полностью не будет болеть, у него никаких проблем не будет. Если бы этой руны бы не было, возможно, у него еще больше проблем наступили, и даже пришлось бы какие-то операции делать. Когда уже у человека все запущено, там человек в возрасте, либо очень старое запущенное заболевание, эта руна тоже их не вылечит. То есть это надо отдельно просить сущностей, чтобы они либо уменьшили проблемы, либо подключать традиционную медицину, чтобы просто очаг на корню убрали, либо вырезать его там и так далее, либо просто такими зверскими методами начать лечение, и потом от лекарств будет куча побочных эффектов. То есть, опять же, руна тогда от побочных эффектов нужно устанавливать и так далее. А если у человека кармические проблемы, данный человек как жизненный урок, темно это создали, порча, это не убирается. То есть нужно убрать причину. То есть заканчивается карма, болезнь проходит, тогда руна здоровья она уберет постепенно. Жизненный урок заканчивается, руна здоровья еще более быстрее убирает. Если темный, ну темных она не уберет никак. Естественно, проблема остается. То есть она что-то сглаживать будет, конечно, но не в такой степени. И так же самое порча. То есть нужно в цель смотреть, убирать порчу, проверять на порчу с глаз, на какие-то другие магические воздействия и убирать. И ставить защиту. Также с темным убирается, проблема проходит. Но когда у вас создается впечатление, что вы все знаете при просмотре моих лекций, да, вы думаете, что все, я точно знаю, это так. Сейчас я поставлю, все про. Да, эта руна классная, она у меня есть, и моего сына, и жены, как бы, то есть она всем людям нужна. Потому что вы видите, в каком мире живем, где постоянно все отравлено, воздух, вода и пища. Поэтому, конечно, она любому человеку подойдет, это плюс. Одно дело, что люди не понимают, как она работает, в каких случаях она идеально работает, в каких она сглаживает, в каких кажется, что она вообще не работает. Помимо того, что вы не должны забывать, это тоже очень важный момент, я вначале не сказал, что каждая руна, у нее есть срок прописания. То есть мы просим прописать в программу. То есть физически руны мы уже давно не делаем. То есть если кто-то хочет, не верит, мы можем вам нарисовать ее на бумажке, вы пойдете к мастеру, я скажу, где этот мастер находится. Он вам сделает классные вещи, там, вы будете ее носить, и также она со временем заработает. Но тогда это будет гораздо дороже для вас, потому что надо тратиться на мастера, искать там, металлы, драгоценные там, металлы, камни. Это, ну, сами понимаете, не 3 копейки стоит, поэтому вы должны понимать. А те руны, которые прописываются в программу, естественно, они прописываются и занимают какое-то время. То есть они прописались. Допустим, там 6 месяцев, 8 месяцев на всю жизнь. То есть, опять же, вы должны понимать, что срок прописания руны, чем длительнее руна будет работать, тем длительнее она прописывается. На всю жизнь очень долго может пройти. Чем более узкоспециализированная руна, тем быстрее пропишется. Чем более широкая, массивная руна, то есть занимает огромный пласт в программе переписывания, переделывания, да, для сущности ваших учителей, тем дольше она будет прописываться. Это нормально. Вы должны понимать, что срок прописания есть. Год, два, 20 лет, 30 лет, там, 10 лет, всю жизнь и так далее. То есть, естественно, это будет более длительно. И таким образом, когда мы смотрим какие-то болезни отдельно, то вы начинаете понимать, что эти болезни, они кармические причины имеют, жизненные уроки там имеют, темных, порчу. И мы начинаем это удалять, и проблема уходит. Или оставляем, терпим жизненный урок, пока пройдет, либо закончится карма, не лечим, потому что еще хуже будет, и так далее. Если у человека приобретенный, конечно, да, ставим руну на здоровье, просим помощи сущности, все быстро восстанавливать. Плюс вы еще параллельно меняете свой образ жизни. Все идеально, вообще быстро и мгновенно работает, люди чувствуют классные результаты. Когда люди не хотят свою жизнь вообще никак менять, то есть, допустим, люди обращаются, люди уже в возрасте, 50, 60, 70, 80 лет, но они же не верят во все это, а, как правило, дети обращаются, которые смотрят наши каналы, прописывают им руну, ну, Роман, что-то изменений никаких нет, да их не будет, потому что, во-первых, уже все запущено, атеросклероз в сосудах, изменения настолько глубокие в хрящах суставов и так далее, то есть, очень много времени прошло, все запущено, эта руна, она... Максимум, что может сделать, не усугубляет процессы дальнейшие. То есть человеку не становится хуже. А люди, Роман, что-то изменений никаких нет. Моя бабушка что-то на коньках не катается, на роликах 70 км в час не гоняет. Что-то ваша руна не работает. То есть вот это неправильный подход. То есть вы должны понимать,
что если бы ее не было бы, то еще хуже стало бы, и гораздо быстрее болезни бы стали прогрессировать. Просто если вы заметили, что человек там, ну, в принципе, живет как угодно, до 30-35 лет человека ничего не берет почти. Хавает все в подряд, там, развлекается, делами занимается, курит, пьет, все классно. Как только 35 вот этот барьер переступает, у некоторых 40, все, организм начинает сыпаться. Там заболело, здесь проблема и так далее. То есть, если в этот период не начать меняться, то начнутся большие проблемы. Но это отдельная тема. Поэтому, если вы сомневаетесь, сначала надо проверять причину болезни, выяснять, что это такое, и уже дальше смотреть, какие руны ставить. Дальше. Когда мы прописываем там какую-то страну проживания, работу, это можно почувствовать через время. То есть, когда руна, вот помимо того, что я не договорил, руна прописывается какое-то время, она еще набирает свои обороты. То есть, 5-6 месяцев, 8 месяцев она прописывается, еще, ну, может, год пройдет, пока она дойдет до максимума. Особенно это касается руны на финансы и касается каких-то общих рун. Руна на все, защитная руна от всего, они очень долго прописываются. И начинают долго работать на всю жизнь. Они огромные, объемные. У некоторых людей я встречал, но это прямо очень редко, до 4 лет может занимать. Это просто исключение. Как правило, это год-два, и они начинают работать. И многие люди это ощущают, особенно чувствительные люди, которые очень внимательно следят за своей жизнью. Вот многие люди живут стабильно. Кстати, вот те люди, кто живут стабильно, они изменения замечают. Те люди, которые постоянно все в своей жизни меняют, переезды какие-то, это одна работа, вторая, третья, там волосы покрасила, ногти другие сделала, потолстела, похудела, там что-то побежала, мужчину поменяла, там, то есть в движении постоянно у людей все меняется, меняется, вот эти движения постоянные, то такие люди, как правило, могут и вообще ничего не заметить, и жизнь пролетит мимо, и они даже не заметят, что прошло. То есть такие люди, которые постоянно изменчивые, изменчивые, переменчивые, ветер в голове там и так далее. То есть очень сложно таким людям, скажем, углубиться в себя, или у тех людей, которые скептики постоянные, которые ни во что не верят, пытаются все списать. Да нет, ну это не руны, это просто так вот ветер подул, и у меня там энергии мало стало, или там я вчера в спортзал сходил, поэтому ее нету там и так далее. То есть эти люди будут искать другие причины, у них слишком, ну, мозг, скажем так, такой закостенелый, линейное мышление, им очень-очень тяжело вот это все понять. Очень много людей встречалось, когда вот реально обращались, говорят: Роман, вот у меня проблема, там дочка завтра должна на операцию идти, у нее кровотечение, срочная операция, ну, фактически срочная там, да, условно срочная, то есть срочно это мгновенно. То есть завтра идет на операцию, у нее кровотечение. Хирурги решили понаблюдать, вот, и уже запланирована операция. То есть готовимся к операции, и они накануне к нам обращаются, мы с Анастасией просим, кровотечение останавливается. Она мне на следующий день пишет: Роман, вы знаете, вот операцию отменили. Но я не связываю это с вашей помощью, это просто остановилось. Интересно, да, то есть кровотечение у человека, готовились к операции, вдруг она обратилась к Роману с Анастасией, и вдруг кровотечение закончилось. Не, я с вами это не связываю, это, ну, так, случайность такая. То есть вот есть люди, которые изначально с такими мозгами, которые изначально настроены на негатив какой-то, да, и во всем ищут, как бы, ну, то, что это просто. Почему-то просто это все произошло, да, что просто программа у человека, просто есть сущности, которые тоже могут это увидеть, да, только когда мы заостряем с Настей их внимание на проблеме этой души в данный момент времени, что у этой души проблема у тела, эти сущности сразу помогать начинают. Сущности живут на других планетах, могут сразу в нескольких измерениях находиться, да, и они занимаются своими делами, они не всегда в онлайн-времени могут все отслеживать, какие проблемы у вас происходят. Тем более время по-разному везде течет. Поэтому, когда вы обращаетесь к нам, это мгновенно помощь происходит через них. А когда они там где-то что-то там, они могут там вообще вас не заметить, понимаете? Поэтому такое нужно тоже в голове держать. Когда мы прописываем руну на духовное развитие, то у человека постепенно улучшается концентрация, появляется желание медитировать. Опять же хочу сказать, что у каждого человека, в зависимости от развития души, наша помощь воспринимается по-разному. У кого-то она очень сильно воспринимается, у кого-то в средней степени, у кого-то, ну, очень мало.
А есть люди вообще не чувствительны к этому, да, то есть даже не пытаются это как-то вот свою жизнь заложить, пытаться поменять ее и так далее. То есть, конечно, для таких людей будет казаться всегда, что это все не работает. Ну, люди будут искать любые причины в том, что это все не работает. Так, изменение страны проживания. Фактически, как бы, страна проживания – это главное. Почему? Да, вот я замечал некоторых людей, вот человек приехал в Америку, да, там, и живет в Америке. Я говорю, вам страна категорически не подходит, ее надо в программу прописать, либо переехать в другую. Нет, мне все устраивает и так далее. То есть люди далеко не понимают, вроде канал мой смотрела, вроде все понимала, потом через какой-то момент как-то вот здесь заклинило как-то, что-то нет, что-то у нее не сходится в голове, и все, и соскочило со всех духовных развитий и так далее. Страна проживания – это главное. Вот когда рождается человек, там имя должно прописано. И это имя уже заложено в программе. Под это имя все подогнано в программе. Либо надо имя переписывать, либо это имя менять. То есть родители же как дают? От ерунды полной, просто вот фантазия полная в голову пришла. Я хочу свою дочку назвать там Валерия, а в программе там Ольга прописана. Ну, Ольга там, или там люди ищут, сейчас как бы модно стало, да, что, ну, нас же много становится, и там назвать кого-то там Александром, например, там, или там Ольгой, ну, у всех такие именно, ну, вы знаете, там, мы подумали с женой, там, посидели, мы хотим что-то там, Яромир, там, какой-нибудь, Кира какая-нибудь, там, да, там, редкое имя какое-то дать. И люди не понимают, что они таким вот выбором портят жизнь человеку. Понимаете? То есть, когда вы какое-то имя такое хитросплетенное даете там, ну понятно, что у каждых народов есть свои имена. И этот человек поедет в какую-то в другую страну, и потом сложно будет выговаривать это имя на всех языках, что потом будут какие-то проблемы у людей, да, которые имеют такие имена. Никто не думает. Вот хочу, просто вот слово хочу, надо избавляться от этого слова, да, нужно жить ради того, что вы можете дать этому человеку. То есть не потому, что вам нравится, а нужно создать, чтобы в будущем его не подкалывали, не прикалывали, не издевались там, над фамилией, над именем, чтобы оно изначально было корректное. То есть вы изначально от природы уже закладываете правильный путь вашему ребенку. То есть вы его по жизни ведете по программе, по судьбе. И таким образом правильная страна проживания, правильное имя и так далее. То есть правильное понимание всех процессов, о которых мы рассказываем на своем канале. Прописание в программу осознанных снов. То есть кому-то это разрешают, кому-то не разрешают. Естественно, это почувствовать сразу можно. Имя тоже улучшает программу, и жизнь улучшается. Но опять же, эти улучшения, они глобальные. То есть это во времени можно только понять. Как понять? Невозможно за одну жизнь прожить с одним именем и с другим именем. Как бы было бы, если было бы это имя или бы вот это имя. Но это опять же абсурдное такое, как бы восприятие всего. Тип питания. Когда меняете тип питания, все, естественно, улучшается, это сразу можно почувствовать. Если человеку питание не подходит, он пытается быть на сыроедении или на веганстве, а у него там вегетарианство прописано или обычное питание, естественно, со временем проблемы начнутся. Поиск второй половинки. То есть, когда мы притягиваем какую-то женщину, бывает так, что люди просто не замечают ее. Стесняются подойти: ой, Роман, а вот мы там притягивали, что-то вот нам не притянуться. Потому что постеснялись познакомиться, поговорить начать и так далее. Сидели за одним столом, ну и мимо все прошло. И начинается заново все. То есть такое тоже бывает. Дальше. Прописание в программу интуиции. И увеличение интуиции. Либо вообще нет интуиции прописан, либо увеличение. А увеличится интуиция. Естественно, в голову начинают приходить более правильные мысли от сущности, спонтанные. Плюс есть руна еще, которая делает так, чтобы вы почувствовали эту мысль. То есть акцент был в сущности, что именно эта мысль правильная, и вы ее вырываете из контекста всех мыслей и на нее акцент делаете, что да, вот это правильно. Это сразу можно почувствовать. Есть люди, которые просто прописывают интуицию, но они не умеют ей пользоваться, не понимают, что это такое. Поэтому нужно прописать еще руну, которая будет вот именно направлять на использование интуиции. Сверхспособности, когда мы говорим человеку, либо пытаемся дополнительно какие-то прописывать в программу, опять же, не сразу могут дать пользу этими способностями. Могут в следующей жизни дать, могут через 30 лет дать, может через 3 жизни дадут.
возможность воспользоваться этим сверхспособностями. Мы их открыли, но еще нужно получить разрешение на их использование. Помощь для выхода в астрал. Это понятно. Люди начинают тренироваться, как бы, постепенно у них это получается. Люди начинают медитировать, постепенно получается. Да? Какие-то вещи, там, повышение либидо, там, да, потенция, это тоже постепенно видно становится. И от этого никуда не уйдешь. Когда мы просим там, поставить защиту на квартиру, на машину, там, еще что-то, ну, это только можно со временем понять, что у вас все стабильно в жизни, ничего не происходит плохого. Руна, значит, работает. А так как вы почувствуете? Никак не понимаете. Помощь домовому в доме, там, убрать темных из дома, там, убрать скопление мертвых душ и так далее. То есть это вы никак не можете почувствовать. Только очень чувствительные люди, которые вот приходят и чувствуют какой-то дискомфорт, когда вы в квартире, в машине находитесь, ну, некомфортно ощущается, да, то есть энергия не та вроде бы кажется, да, а на самом деле там всего лишь скопление вот этих призраков, да, которые застряли, либо темных притягивает это именно место, или вы притягиваете. Вы уйдете в другое место, темные за вами уйдут. Опять же, удаление, защита. Защита от краш, там, защита от взломов. Там, да? То есть эти защиты они направлены на то, что вы никогда не столкнулись с этими проблемами. То есть они стоят, и это не происходит. Значит, они работают. Понимаете? А другой скажет, а может, если ее не было бы, тоже бы ничего не произошло. Ну, может быть, тоже бы не произошло. А может, и произошло бы. Понимаете, здесь факторы такие. В аварию на машине не попадаете, защита стоит. Либо у вас там, у некоторых людей прописана авария. Они должны быть в программе просто. Просто вот некоторых людей мы предупреждаем, чтобы человек аккуратнее ездил с кем-то за рулем, не ездил там какое-то время на машине, может попасть в аварию. Такие тоже бывают вещи. Защита от разных проверок. Это можно почувствовать, когда человек работал, защита там, бизнеса, там, проверок от налоговой, там, от пожарных служб, МЧС, там, от других видов проверок и так далее. То есть это со временем можно почувствовать, что они уменьшились, либо вообще закончились. Когда какой-то человек помощь просит, да, он ощущает. Помощь в чем-либо. То есть, либо он ощущает, либо не ощущает. Это все понятно. Увеличение срока службы механизмов и машин. Ну, опять же, это тоже такая вещь, которая спонтанно, так понять невозможно сразу. Сколько проработает запчасть? 5 лет, 10 лет? Насколько это защита или... Защита продлила работу этого механизма. То есть это сложно проверить. Это только на совести тех, кто это делает, остается. По поводу порчи с глаза. У человека, если порча с глаз, убирается постепенно, и человек может почувствовать, как нормализуется его жизнь. Если порча связана была со здоровьем, там, да, с тем, что человек не может вторую свою половину найти и так далее, то это со временем человек может ощутить. Если у человека не было порчи с глаза, ничего, ему просто такая защита ставится, ее нельзя почувствовать. Просто вот она стоит, она работает, как я вначале сказал. То есть если кто-то пытается порчу навести, либо сглазить вас, у вас начинает либо здесь давление, либо в сердце. Ну как у меня происходит и у других людей. То есть кто-то может вообще это не почувствовать. То есть эти руны, ну, они такие, как бы, да, они должны вести себя так, чтобы вы ничего не замечали. Энергетические блоки защиты от эгрегоров. То есть это защита, они просто защищают. Их задача сделать так, чтобы вы особо ничего не почувствовали. Дальше. Защита от нежелательной беременности. Опять же, если у вас по программе прописано, что должен быть ребенок, он будет, защита не поможет. Если у вас вот за эти 3-4 года не прописано, то его не будет. То есть защита, она будет оберегать. Очищение от бывших половых партнеров. Вот, допустим, мы просим очистить от бывших половых партнеров, от ДНК, да, которая у вас в организме осталась при контакте половом. Вот, пример, мой сын, как бы, да, вот, кто меня знает, просто копия меня, все повадки просто вот очистились, все, это все работает. Также у других. Если бы, допустим, этого мы не сделали, у вас бы ребенок был на вас менее похож. Повадками. Физически может быть похуже, но повадки другие будут, понимаете? Он на вас не будет похож. Будет совсем другим.
либо частично другим, либо полностью. Все зависит от количества половых партнеров, которые у вас были и так далее, и времени пребывания с ними. Поиск вашего индивидуального места силы, это понятно, что вы нашли это место, начали там пребывать в этом месте, все чувствуете, прилив энергии, все классно, все сходится. Даем вид медитации, вы начинаете медитировать, ощущаете, все работает. Руна, чтобы быстрее восстановилась программа после каких-то проблем. Это тоже человек может почувствовать. Помощь при продаже домов, земель, машин. Это тоже можно почувствовать. Долго, быстро и так далее. Так. Ну, звездное имя, оно особо ничего вам сильно не даст почувствовать жизнь, изменения и так далее. Если мы прописываем какую-то работу, вот, либо еще что-то в программу, то через какое-то время, да, вы должны почувствовать. Но опять же, вы должны понимать, что есть руна, например, да, на финансы. Вот финансовая руна, если разбирать, руна на финансы. Многие люди думают, что если прописал руну на финансы, значит она полностью должна все проблемы с финансами решить. Это не так. Руна на финансы, она поднимает лишь потолок финансов. И все. То есть, если вы говорите, что я хочу, чтобы у меня были в жизни финансы, это другое дело. Это уже несколько рун в комплекс входит, когда сущности такое сказать. Если мы говорим сущности, руны на повышение финансов потолка, это просто вот у вас был ниже среднего, стал средний заработок. Был средний, стал выше среднего. Был выше среднего, стали богатым. То есть, если это прописать. И у каждого на свой процент можно поднять. Но эта руна не будет искать работу, решать проблемы с клиентами и так далее. Это отдельная руна, то есть нужно прописать. Во-первых, нужно жить в той стране, да, в которой вы должны жить по программе. Либо переписать ее, если вы хотите в другую жить, чтобы это все правильно работало, по энергии подходило. Потом работу нужно выполнять ту, которая либо в программе прописана для максимального заработка, либо по программе обязательно, либо хобби хотя бы. Ну, то есть там писать книги, там спорт некоторым людям подходит. Далее. Руна на повышение от материальных и финансовых проблем, например, руна, если многие теряют деньги, если сущность нам рекомендует, да, или вы сами просите, это можно сделать, еще лучше будет. А руна, например, которая занимается поиском клиентов, то есть она вам подгоняет клиентов для вашего бизнеса. То есть у вас, если бизнес связан с большим количеством людей. А руна для помощи в бизнесе, привлечения инвесторов, пожалуйста. Это тоже возможно. То есть, когда вот это в сумме все у вас стоит, вы, конечно, почувствуете изменения. Иногда бывает выбор в программе, но лучше все равно работу эту прописать. Еще лучше будет. То есть, когда вот вы вот эти все вещи делаете, вы понимаете, что, для чего, почему. И тогда это все правильно начинает работать. Вот этот блок финансовых рун, он такой серьезный, как бы. Есть вообще, как бы, да, руны, когда у вас постоянно идет текучка кадров. То есть мы просим сущности, чтобы попадались именно те люди, которые задержатся на более большое время в нашем фирме, офисе. Есть руны, которые создают такие условия, чтобы для вашего сына, для дочери не попадались, скажем так, негативные люди в жизни, да плохие люди, разбойники, бандиты, грабители, мошенники. То есть такие тоже руны существуют, их тоже можно попросить, и они на какой-то процент уменьшают, да, чтобы человек соприкасается с этими непонятными людьми. У кого-то на 20%, у кого-то на 40%, у кого-то еще больше. Все зависит от программы человека. Когда там проблемы там, психологические, ты просишь сущность, это все убирается, это сразу чувствуется и видно. Это все понятно. Защита от ядов, токсинов, каких-то отравлений. Ну, некоторые люди не могут это почувствовать. То есть, ну, живет и живет, ничего со мной не случится. Ай, Роман, а где руна? Как она работает? Я не могу ее почувствовать. То есть, в том-то и дело, что вы не чувствуете, что вы в последнее время мало болеть стали, мало травиться там и так далее. То есть можно и водой травиться. То есть люди уже забывают. У мозга есть такая привычка забывать плохое. То есть все, что вам некомфортно было в жизни, вы стараетесь это не вспоминать. И вот таким образом, как бы, да, и происходит. Так, а что-то вот руна не работает. А если вспомнить, как вы часто раньше болели, чаще травились, чаще понос был, желудок болел, там еще что-то там. Вот, эта руна так работает. Только так можно понять. По-другому никак. Вот. Руна там от вреда различных электромагнитных излучений, от радиации, ионизирующего излучения. Прописали,
они не накапливаются у вас в организме, у вас раньше опухоли не начнутся, опухолевые процессы новообразования, у вас больше энергии будет и лучше будет мозг работать. Только так можно со временем почувствовать, кто внимательно чувствовал, что раньше было. Но вы не забываете, что с каждым годом излучение на Земле становится все больше и больше, технологии становятся все больше и больше. И некоторые говорят, вы знаете, Роман, вот руны прописали, ничего не меняется. Вот та же руна, например, с энергией, когда закачка энергии происходит. Когда человеку закачан на какой-то период времени энергию. Роман, вот вы закачали энергию, но вот я что-то ничего не чувствую. Мы начинаем смотреть ситуацию, и сущности говорят, если бы это сейчас руны бы не было у вас, то вы бы вообще пластом бы на диване лежали, встать бы не могли. А так человек не ощутил ничего, потому что продолжилось падение энергии у человека. Либо это какой-то жизненный урок с чем-то связано, либо это темно, либо порча, либо еще что-то, либо неправильный образ жизни, либо какие-то еще заболевания. То есть они прогрессировать могут, а экология ухудшается, да, и так далее. То есть больше электромагнитных волн становится и так далее. То есть дополнительно надо человеку потом еще что-то прописывать, потому что ситуация в мире ухудшается. Защита от каких-то фармацевтических побочных эффектов, от таблеток, от вреда на каких-то производствах, когда человек работает. Вот человек говорит, я работаю там на алюминиевом производстве, я работаю там там-то, там-то, там радиация, там то-то. Я там работаю в офисе мобильных устройств, где постоянно электромагнитное излучение. Ставим защиту, человек меньше будет болеть, меньше будет накапливаться усталость и так далее. Защита от кармы ставится, защита от негатива. Все, человек по-другому себя ощущает. Но это опять же привилегия тех людей, кто начинает духовно развиваться, саморазвиваться и верит в эту информацию. Человек не верит, он получает все плохое, все, что он может от этой жизни получить. И с каждым годом он все больше и больше будет получать и не будет понимать, почему это происходит. Помощь в отдавании кредитов. Некоторым людям это разрешается делать. Если человек изначально целенаправленно брал кредиты и хотел, чтобы он их не отдаст впоследствии, как правило, таким людям не помогают. То есть, если человек случайно набрал и сложилась какая-то ситуация, там развелись, там что-то там форс-мажор, там заболел человек, не может отдать, в таких случаях, да, помогать, создает условия и отдает кредиты со временем. Так же самое купить дом. Создаются все условия, чтобы человек купил дом, машину, там еще какую-то ситуацию в сущности создают, и со временем она происходит чуть быстрее, чуть медленно или в отдаленный срок, но все равно она происходит. А иногда бывает так, что да, иногда бывает, что мы попросили, ну, бывают такие ситуации, не скрываю. Ну, я всегда честен, ну, мне нечего скрывать. Хочу, чтобы вы помогли продать дом. Ну, мы там в сущности просим, да, все, человек обратился, попросили, дом не продается, не продается, не продается. Вот. Либо не находит такого клиента для этого дома, а находит только по энергии, чтобы земля подходила. Или дом в глуши какой-то находится, но не получается в сущности найти. Иногда такое бывает. Либо потом узнали, что в этом доме темных много. Поначалу было такое. И они отказываются его продать, хотя мы человеку уже обещали. То есть такое тоже бывает. Но сейчас вот стараемся в такие ситуации не попадать. В сущности сразу говорят, что продать не получится, там темных много. То есть тоже опыта набрались и мы. И уже начинаем понимать. Когда у человека какое-то бесплодие, опять же, решить вопрос с бесплодием и потом уже какие-то руны прописывать. Как поступить в той или иной ситуации? Опять же, разрешаем ситуацию, почему она сложилась, а после того уже просим помощи. Иногда тоже бывает так, что где-то я что-то не заметил, да, и люди просят там Роман, там, да, вот я хочу помощи. Мы просим помощи, а сперва, прежде чем просить помощи, давайте разберемся в причине, почему у вас это произошло, а потом уже помощи просить. Вот тогда классно все будет, идеально все будет работать. Как поступить в той или иной ситуации с семейными вещами? Часто бывало, что я заметил, что сущности легко создают условия, особенно в семье, когда кто-то с кем-то поругался, через какое-то время что-то начинает работать и так далее. То есть это происходит. Защитные руны различные, как бы, да, опять же, зачастую их почувствовать невозможно. То есть вот обычным мозгом не понять. Руна на счастье. Когда мы просим руну на счастье, кстати, руна очень уникальная, многие зря, ну, по поводу нее не обращаются, до конца не понимают, что это такое. У каждого счастье свое. Там для одного счастье, чтобы деньги были, для другого счастье, чтобы любимая была, для третьего, там, чтобы еще что-то был, дом построил, там, переехал куда-то. И все вот эти моменты, они
входит в эту руну. Это нужно понимать. А когда вы просите очистки организма от чего-либо, то есть зачастую это тоже почувствовать нельзя. То есть кто-то очень чувствительный, да, он чувствует, да, что-то я меньше болеть стал, больше энергии стало. Тогда да, косвенно можно понять, что это заработало. Особенно, когда очень много рун у человека. Человеку очень сложно вычленить, какая руна именно вот на это работает, какая не работает. То есть человек начинает путаться. Руна на все. То есть там куча-куча разных рун. Допустим, человеку прописали такую руну, она каждая... направление жизни на какое-то количество процентов поднимает. И в сумме оно очень ощущаться должно. Некоторые люди нечувствительны, они вообще понять не могут, как, что изменилось, Роман сделал, как поменялось. Еще раз повторяю, такие длительные руны на всю жизнь, руны на защиту от чего-либо, там, автоматического, просто руны на все, они могут заработать через несколько лет полноценно на максимум. После этого вы почувствуете только ее. Кстати, бывает так, что параллельно с руной можно прописывать защиту от сбоев рун, там, да, от того, чтобы темные когда-либо эти руны взломали. Такие руны тоже существуют, их тоже можно просить, чтобы никаких проблем не было. Защита от каких-то чипов, там, прививок, то есть это только можно почувствовать со временем, когда эта руна прописалась, и это у вас есть, и вы делаете прививки, ставите чипы, и вы будете понимать, как это все работает. Допустим, как я уже говорил, вот одна женщина заметила, да, когда мы прописали руну от радиации, пошла удалять камни лазером, а лазер ее не берет, и камни не дробятся. И это вот причина того, что защитная руна заработала. Очистительные руны, они когда начинают работать от вирусов, от бактерий, паразитов, грибков и чего-либо, а у вас может быть обратный эффект сначала. То есть прыщи вылезти могут, там, да, волосы где-то могут у кого-то, может быть, поредеть, энергии меньше стать. То есть резкая очистка, то есть это, конечно, редко бывает, но иногда встречается. И тогда человек начинает ощущать, что руна заработала, очищение. У кого были прыщи на лице, могут появиться еще в 5 раз больше прыщей. То есть один прыщ фактически. Воспаление и так далее. Очень много разных узконаправленных рун. Чем более узконаправленные руны, чем более на короткий срок они прописаны, тем быстрее можно почувствовать. Поиск работы. Всех волнует поиск работы. Поиск работы, руны тоже очень хорошо работают, но опять же, у всех людей в программе разные. Все живут в разных городах, в разных странах. Не забывайте, что сейчас кризис в стране. И гораздо сложнее найти работу. И вот эти вот руны, они могут отсрочку дать. То есть гораздо позже могут люди найти. Улучшение какой-то ситуации в жизни. Это понятно, что человек может почувствовать. Избавление от алкогольной наркотической зависимости. В отличие от других специалистов, мы просим это один раз. То есть попросили у сущности... И начинает сниматься. В основном вся помощь наша волнами идет. Многие не знают, ой, Роман, я себя так классно чувствовал первые 3-4 месяца после вашей помощи, а потом что-то там заглохло, как бы, да, то есть сущности перестали помогать. Зачастую помощь идет волнами, идет то вы чувствуете, потом опять не чувствуете, потом опять чувствуете, потом опять не чувствуете. Так же, как с рунами, когда некоторые чувствуют, что руны прописываются, мало энергии становится, но опять же, не каждый день, если вы заметили. 1-2-3 дня нет энергии, потом день опять нормально и так далее. То есть опять же работа идет волнами, чтобы вы могли отдохнуть, сделать передышку как бы, да, и так далее. Не забывайте, что те сущности, которые вам прописывают руны, и вдруг что-то случается на их планете, на других планетах, они же тоже отвечают за какую-то работу, за какой-то кусок работы где-то на какой-то планете. Когда что-то случилось, они могут оставить... То есть прописание вашей руны, пойти заняться какими-то другими вопросами. И вместо того, чтобы мы пообещали или сущности пообещали, что это все за 6 месяцев произойдет, может отсрочка произойдет, 8-9 месяцев, год. Такое тоже бывает, поверьте мне. Не часто, но бывает. И не нужно переживать за счет этого. Это тоже нужно иметь в виду. И алкогольная, вот эта наркотическая зависимость, это такие длительные процессы, они могут годами происходить, чтобы вы сразу были готовы. Это реально все работает. Но вот в последнее время у нас появилась некоторая такая уже тенденция, наработки появились, что если человек в течение 3-4 лет человеку помогает, и человек не собирается бросать пить алкоголь и наркотики, то сущности перестают ему помогать.
Так же самое, когда люди, ну скажем так, очень плохо ко всему относятся и так далее. Ничего не делают, пытаются за счет рун вылезти. А для этого они потом не развиваются, не пытаются измениться, над собой работать, получать новую информацию, там, новые навыки в жизни получать. То в сущности, ну, к таким людям плохо начинают относиться, да, и может на каких-то этапах что-то перестанет работать. Это я не исключаю. Наблюдения уже есть, но их не так еще много, потому что мало кто с нами на контакт выходит. Почему-то всегда все стесняются писать. Вы научитесь вести диалог. Если вы не понимаете, как это работает, мы поможем, разберемся и скажем, ребят, вам лучше такая руна подойдет, такая помощь. А когда люди что-то там сами самостоятельно поназаказывают себе, а потом раз в кусты. Вот тоже последний пример был, да, человека руну на омоложение прописал, Роман, что-то морщины не разглаживаются. Нет таких рун, которые полностью разглаживают морщины. Есть руны, можно частично на 10-15% уменьшить ее, с учетом того, что у вас нет жизненного урока с морщинами. Есть люди, у которых повышена морщинистость. И руна на омоложение, она будет, то есть ее работа будет видна, когда со временем, скажем так, вы будете видеть, как ваши сверстники гораздо быстрее будут стареть, там 40, 50, 60, 70, 80 лет. И вот тогда разница вообще колоссальная. Чем раньше вы ее прописали в молодости, чем больше эффекта будет. То есть тем медленнее вы будете стареть. Конечно, там после 50-60, когда уже какие-то изменения есть, да, она тоже эффективна, но менее эффективна. Понимаете? И эта руна вспять не поворачивает. Вы не превращаетесь в ребенка с идеальной кожей, с коллагеном, эластином, да, который вырабатывается, много его содержится. Со временем просто его мало вырабатывается. Дряблость кожи, тургор не такой, там дряблость кожи, отвисание начинается. То есть вы должны понимать, что вот в этом мире важно не нас красивыми сущностями делать, а чтобы мы проходили здесь жизненные уроки, наоборот. Проходили через проблемы, испытания, духовное развитие и так далее. В более высших измерениях, то есть энергетическая хирургия, она в большей мере присутствует и развита. А самое классное, это когда человек йогу, индивидуальное упражнение заказывает у сущностей, да, они дают там, для концентрации, для получения энергии, для улучшения каких-то проблем в организме, да, то есть йога-терапия, так называемая, это четко заметно, да, то есть физическое упражнение, редкое упражнение, оно работает, это все сразу можно почувствовать. Металлы, камни, цифры, цвета, они тоже влияют, дают энергию, там, да, улучшают вашу жизнь. Это тоже со временем можно увидеть, то есть проанализировать внимательно, это все можно четко увидеть. Номера на машины, когда ставить и так далее. Защита от каких-то, от чего-либо, от коронавирусов, там, от вирусов других и так далее. То есть иногда сложно человеку понять. Но есть защита, но что-то как-то вот, не знаю, есть она или нет. Конечно, вы не поймете, потому что ее задача делать так, чтобы вы не заболели. А как ее пощупать, понюхать, вы, конечно, не увидите и так далее. Вот сегодня вот эта лекция, она очень-очень важна для вашего понимания. Она очень длительная, эта лекция получилась. Вот, но зато у вас будет понимание. И если что-то еще я не сказал и что-то непонятно, то обязательно напишу и отвечу в комментариях. Старайтесь вести диалог со всеми, в том числе и с нами. Ничего не стесняйтесь, что-то непонятно, как работает. Пишите в любое время. У меня нет выходных. Я работаю всегда. Вот когда я отвечаю, значит, я могу ответить. Не отвечаю, позже отвечу. Удачи, всех благ, развивайтесь духовно, разбирайтесь, как все работает. Для этого уже на канале у нас очень много информации, уникальной информации. Что-то мы не сняли, пишите, обязательно снимем. Удачи, всех благ, хорошего настроения. До свидания, увидимся.